3 июня 2019 год, Харьков, 2.58 по Киеву, и присоединяется к нам Юпитер. Вползает на экранчик. Чем же заняться в 3 часа ночи перед сменой, как не поснимать Юпитер? И комары к нам тоже присоединяются. Кучно, как галилеевы спутники. Знаешь, левее всего это Ганимед, чуть правее Ио, потом Европа и Каллисто ближе всего к Юпитеру. Очень кучненько. Но мало того, что кучненько, Юпитер сейчас еще и на самом близком расстоянии от Земли в году. 9 числа июня он будет на самом ближайшем 642 миллиона километров, а сейчас это 641 миллион километров. Разница невелика, на погоду я не рассчитываю. Дымка и сейчас какая-то присутствует. Ну, в общем, 642-641 невелика разница, учитывая, что оно расстояние до 900 миллионов километров доходит. Боже, ну какие красавцы. Это я сейчас про комаров. И галилеевы спутники. Убежали. Короткие летние ночи. Нет. Безнадежно. Юпитер ускакал. Слишком большое увеличение. Малейшее движение. Хорошо, хоть сейчас полнейший абсолютный штиль. Ладно, не будем издеваться, попробуем сейчас Сатурн еще поймать. Вот это, по-моему, он. Все равно небо не абсолютно чистое, и фокусировка фотоаппарата из-за этого проблематична. Вот тебе, пожалуйста. Да, как на тракторе. Ну, уже видно очертания. Колец Сатурна, если не сами кольца. Попробую сбежать, может. До Сатурна сейчас 1 миллиард 400, по-моему, миллионов километров. Тоже не самое большое расстояние. Увел.
Ну, вполне себе. 3 июня 2019 год, Харьков. По-моему, да, на экранчике это маленьком плохо видно, но, по-моему, даже и кольца видны. Посмотри, сейчас сожрут меня тут. Вроде ж только начало лето, уже такие комарищи. Хорошо. Да, уже начинает и светать, надо же. 3 часа ночи. Ну, скоро уже самая короткая ночь, 21 июня. В прошлом году под съемки самая короткая, рассвет на самую короткую ночь. Умудрился я еще и падение метеорита снять, чисто случайно. Так, пошли опять к Юпитеру. Пока он за краном не скрылся строительным. Да, уже не фокусируется. Дымчато это небо все-таки. Не дает аппаратуре шансов. Ну вот, мне ничего. Галилеевы спутники видны. Чудесно. Просто чудесно. Лучшего и желать не стоит. Такой кучности в расположении галилеевых спутников я еще не снимал. Красавцы. Просто красавица. Ну ладно, не будем уже. Хотеть большего, и так все хорошо. Июня 2019 год, Харьков.
3.08 по Киеву.